Доброе утро! Как обычно, вас встречаю во всей своей красе. И сегодня я хочу вас пригласить на мой уютный влог домашний. Я буду снимать, что я делаю на протяжении почти всего дня. Если вы сейчас проснулись вместе со мной, то я желаю вам прекрасного, солнечного, теплого дня, потому что у вас уже наверняка глубокая осень, а у нас еще все лето. Давайте начнем этот день. Хотела вам показать чудо-вещь, которую я купила на iHerb'е. Это вот такой вот кристаллический дезодорант. Это прям вещь, которая вам нужна, если вы ненавидите запах дезодорантов всякие вот эти, которые добавляют. Это вот такой вот кристалл, полностью сделан из соли. И мне кажется, его хватит на лет так 30. Вот такой вот булыжник. Вы его намачиваете и используете как обычный дезодорант. И да, я выбрала себе вот такой вот красивый фон. Это мой вот такой коврик для ванны. Вообще очень классно, что такие коврики продаются. Сейчас немного буду приводить свое лицо в порядок. У меня вот такое вот место для грязных бьюти-блендеров, поэтому, когда я использую вот этот, я его сложу сюда, а потом, когда здесь уже наберется их много, я их буду все мыть. Кстати, кисточки мне уже нужно тоже помыть. Возможно, я сегодня их и помою. Все, вот и макияж готов. Я не знаю, сколько я его готовила, наверное, минут 10. Интересно сейчас в моде использовать блеск для губ, потому что мне он очень нравится. Я его заказала на Wildberries. У него такой вкусный вкус, если так можно сказать. Такой натуральный лук. У меня только тон и ресницы, в принципе, больше ничего я не делала с лицом, ну и немного хайлайтера, потому что хайлайтер я обожаю, как же без него. Макияж для дома, я впервые делаю макияж утром, потому что обычно я снимаю видео под вечер, для того, чтобы не ходить долго с макияжем и чтобы его снять. Настолько я не люблю ходить с макияжем, я чувствую, что у меня вот маска на лице, и мне нужно прям все смыть и быть натуральным человеком, так как сегодня я решила снимать почти весь день, поэтому хочу быть на камеру красивенькой. Сразу появилось как-то лицо. На камере обычно выглядишь еще хуже, чем в реальности, когда без макияжа, поэтому приходится делать макияж. Кстати, так и не показала вам мой домашний лук. Вот такой вот. У меня тут такая огромная пальма. Из-за нее приходится прям очень близко к зеркалу становиться, чтобы на себя посмотреть. Мне настолько нравится эта футболочка. Я покупала ее в Асусе. Также вот эти шортики тоже в Асусе. Они очень удобные. Это как два в одном. И шорты для дома, и в них можно выходить на улицу, потому что они не просвечиваются. И, блин, смотрится очень классно. Такое впечатление, что я снимаю какой-то летний влог. Посмотрите на мои ноги. Я в теплых носках и в тапочках. Такая вот какая-то непонятная, неоднозначная погода. Мои локоны потихоньку спадают уже, но все равно выглядит очень даже неплохо, как будто я реально несколько часов прям трудилась и накручивала их. Да у меня в реальности, правда, не получается даже накрутить такие волосы с помощью плойки. Честно, до недавнего времени я не понимала вообще, что такое йога, почему все внедряют ее в свою жизнь и так стремятся ею заниматься. Теперь она стала неотъемлемой частью моей жизни. Когда я занимаюсь йогой, я благодарю каждую клеточку моего тела за всю проделанную работу, за свое здоровье, за самочувствие. Я чувствую, как все вокруг меня улыбается мне. На душе становится настолько спокойно, отбрасываются все негативные мысли. Занимаясь йогой, ты начинаешь чувствовать себя более здоровым человеком, ты себя слышишь, понимаешь, нередко осознаешь что-то, чего долго не мог понять. Когда я занимаюсь йогой, я включаю себе атмосферную музыку и чувствую, как будто я летаю в облаках. Если вы когда-либо задумывались заниматься йогой, то вы можете начать прямо сейчас. I gotta tell you something I could do. I
could be running or chasing you, but I won't. Вот такая вот у меня рабочая зона. Это еще мой стол со времен, как я училась в школе. Сзади меня висят мои вещи, штатив для телефона. Короче говоря, такая маленькая уютная комнатка рабочая. И здесь я провожу не так много часов, потому что я иногда работаю на столе. Иногда я перехожу на кровать, когда у меня уже прям болят ноги. Потому что, в принципе, компьютер можно держать на себе, можно на столе, поэтому есть много вариантов, это очень неплохо. Завтрак я не успела себе сделать, поэтому сейчас я начинаю немного работать, и в процессе работы я побегу на кухню и быстренько себе что-нибудь приготовлю. Вот такая вот реальность, я встала в 7 утра, и из-за того, что я снимаю влог, то я ничего не успеваю, потому что приходится бегать туда-сюда, делать дополнительные кадры, это все отнимает, конечно же, время. Но мы с вами справимся. Потому что я снимаю сегодня домашний уютный влог, реальную жизнь, поэтому все будет так, как происходит. Ай. А там тахнын ханаш, нахон? Я все еще жива. У меня такое ощущение, что прошло часов, наверное, 5. У меня столько болит горло. Я, наверное, больше 2 часов учила нового работника и все это время разговаривала и не пила воду. Я уже так вот... Мне так неудобно. Я как бы сижу, разговариваю с ними, уже такая объясняла работнику, что да как. Вообще новичку, а я работаю уже в этой компании 2 года, поэтому понимаете, сколько нужно всего объяснить. И я до сих пор не завтракала. Отличное начало дня. Сейчас пойду наконец-то готовить что-то вкусное. Покажу вам какой-то мой супер простой русский завтрак. Забираю вас на кухню. Этот пес уже настроен гулять. Но пока хозяйка не покушает... Пес гулять не будет. Пес ходит за мной вот с таким выражением лица, морды. Поэтому, наверное, я сейчас быстренько с ней погуляю, возьму вас с собой, покажу вам нашу природу. Мне правда интересно, когда у нас начнется осень, потому что, ну блин, через месяц уже зима. Уже скоро надо елку наряжать. А настроения совсем праздничного нету. Совершенно, абсолютно. Ну что, вот я и готова. Супер удобный образ для дома, в котором можно еще и выйти на улицу погулять. Наверное, буду скучать за такой погодой, когда станет 5 градусов. Но пока что погода очень хорошая. Не жарко, не холодно. Вообще идеально. Ребенка вывела, покормила. Теперь будет мамочка готовить себе кушать. Ну что, как вам рецепт самого простого завтрака на свете и самого вкусного? Когда нету времени, 11 обеда уже, можно так сказать. Последнее время что-то переключилось на жареные яйца с луком и с сыром. Мне что-то очень нравится. Особенно обожаю вот этот вот маленький кусочек сыра. Камемберт или камемберт. Я не знаю, как, короче, как это говорится, но я знаю, что это сыр с плесенью, я его очень обожаю. Кстати, сейчас я употребляю спирулину, которую я покупала недавно на iHerb. И витамин С, потому что скоро декабрь, и надеюсь, что он мне поможет чувствовать себя здоровым человеком. Перешла я на более уютное местечко, на кровать. Надеюсь, я не слишком шатаюсь, потому что у меня штатив сейчас стоит на кровати. Я пытаюсь совсем не двигаться. В общем, я присела сейчас, одела как раз микрофон, потому что
Я хочу, чтобы меня было слышно нормально для более разговорного такого видео. Наверное, по названию вы наверняка поняли, что я немного расскажу о том, как я работаю на удаленке, как это вообще, что это такое, как работает, плюсы и минусы, и стоит ли вам об этом вообще думать или нет. У меня тут еще недопитый чаечек с такой красивой кружечкой, так что присоединяйтесь, берите чаек, что-нибудь вкусненькое. Давайте я поделюсь с вами моим опытом. Давайте я начну с плюсов, потому что, ну, как бы плюсов всегда меньше, чем минусов. Люди, они такие, всегда находят больше минусов, чем плюсов. Вот такая наша сущность. Из плюсов я могу сказать то, что, ну, конечно же, вы находитесь дома, если вы такой человек, интроверт, например, как я. Я не люблю находиться там, где много людей, я не люблю слишком вот это вот общение, когда лезут к тебе. И для меня это настолько... вообще классная работа. Не скажу, что я ее обожаю. Конечно же, это не то, где я хотела бы работать всю жизнь. Есть куда еще стремиться. Но один из плюсов, конечно же, вы находитесь дома. Вам не приходится никуда ездить, ходить, тратить деньги, время. Это, наверное, один из жирнейших таких плюсов. В принципе, начальник у вас не сидит на голове, вы его вообще не видите. Но это, конечно же, смотря какая работа. Я не знаю, какая бывает еще удаленка, но как бы моя работа, работа на компьютере. Поэтому мне не приходится слишком много общаться с начальником или с кем-то там видеться. В нашей компании, даже не знаю, многих работников. Хотела добавить из плюсов, конечно же, что вот сейчас, во время короны, удаленка это прям вот спасение для многих людей, потому что, ну, можно сидеть дома на карантине, например, если вообще нельзя никуда выходить и зарабатывать деньги. Я, конечно же, не подготовила сценарий для того, чтобы прям вот сесть и четко все рассказать. Давайте перейдем на минусы. Может быть, когда я начну рассказывать, то я вспомню еще о каких-то плюсах. Ну, из минусов то, что у вас работа, естественно, сидячая. Может быть, это не только касается удаленки, но и других работ. Но в основном, ну как в основном, 100% работы это нужно сидеть, работать, глаза, напрягать зрение. Иногда глаза очень сильно устают. Мне иногда кажется, что я теряю зрение. Ну, серьезно. Бывало, по 12 часов я смотрела в экран. Это не так уж просто, если вы думаете, ой, я так люблю компьютер. Это будет так офигенно, если я люблю компьютер, а еще и буду на нем работать. Скажу вам одно. Если это работа, которая вам, ну, не особо нравится, вы чисто работаете для заработка, для того, чтобы жить как-то на что-то, то вам не будет так легко, как вы думаете. Или наоборот, если вы, например, дизайнер, вы работаете дизайнером на компьютере, неважно сколько часов, вам это будет нравиться, в кайф. Вот так же самое, как у меня с монтажом. Я очень люблю монтировать. Я могу монтировать по несколько часов, у меня глаза все равно не полезут на лоб. Вот как-то, я не знаю, почему так, но вы понимаете, когда вы занимаетесь любимым делом, то вы не устаете абсолютно никак. О, как раз вспомнила плюс. Это то, что время работы, возможно, более удобный для вас график. То есть обычно удаленная работа, это не так, что вот вам говорят, нельзя опоздать, то есть нужно начать в 8 утра, и не дай бог опоздаешь. Но, конечно, смотря какая работа. У меня, например, я могу немного опоздать, никто ничего не заметит. То есть я могу, например, встать, и пока я умываюсь, там, открыть компьютер, включить его, пока я готовлю завтрак, я быстренько там включаю все программы, которые мне нужны. Спешки какой-то такой нету, как вот на обычной работе, где ты физически не успеваешь, и тебе звонит начальник и говорит, ну где ты, почему опаздываешь? Сравнение я, конечно, делаю со своей работой конкретно. 90% моей работы это вечером. И начинается она в 6:30, заканчивается где-то в час. Бывало в 2 и в 3, когда праздники. Я потом вам объясню конкретно, что я делаю в двух словах, для того, чтобы вы поняли вообще, чем я занимаюсь. Вам нужно намного больше заниматься спортом, двигаться. Вот я начала делать йогу и ходить. Вообще нужно двигать как-то ноги, потому что реально начинает болеть все. Во-первых, рука, которая постоянно клацаешь вот так вот мышку, и зрение, спина, ноги, короче, все тело начинает болеть. Буквально вот если сидишь 30 минут и не двигаешься, все, нужно встать, нужно немножко размяться, возможно, поменять локацию, может быть, перейти на диван в зале, либо в комнату за стол. Я иногда, очень часто, точнее, работаю на кровати, мне очень удобно. Конечно, это кажется уже как-то вообще несерьезно, но я работаю, я делаю свою работу, зарабатываю деньги. В принципе, все по-честному, все как надо. Давайте я немного вам расскажу, что я делаю. Я работаю на фирму доставки, то есть любую вещь, которую вы заказываете, например, наша фирма принимает доставки. Доставщик должен знать конкретно, чтобы не тратить лишнее время, ехать, например, на эту улицу, потом на эту улицу. Звучит, как будто я просто сижу, такая, составляю маршруты, но это занимает очень много часов.
очень много различных факторов, городов. Я уже работаю так 2 года, поэтому я уже делаю все с закрытыми глазами. Один минус могу подчеркнуть, что, например, на моей работе невозможно ее найти в интернете и как-нибудь попасть. То есть нужно, чтобы кто-то кому-то написал, кому-то позвонил. Я думаю, что не так просто найти хорошую удаленную работу без того, чтобы вас кто-то там порекомендовал или вообще по блату. Напишите, кстати, в комментариях, как вы работаете, какая у вас работа. Просто интересно, сколько людей работает сейчас на удаленке. Сядьте хотя бы на 5 минут и расслабьтесь. Медитация — это наблюдение за собой и за своими мыслями. Это осознанное переживание их. Это состояние внутреннего молчания, состояние глубокого внутреннего покоя. Переходим с вами к самой моей любимой части этого видео и готовим с вами булочки синнабоны. Для начала смешиваем яйца с сахаром и с растительным маслом. Далее добавляем творог, и очень важно, чтобы он был сухой. Просеиваем муку с разрыхлителем, хорошо перемешиваем, и у нас уже готово почти что тесто. Когда уже тесто немного схватилось, можно замесить его руками, оно не должно липнуть к рукам. Присыпаю столешницу мукой, раскатываем тесто в прямоугольный пласт. У меня это не идеально получилось, но булочки все равно вышли вкусные. Готовлю присыпку из сахара и корицы. Смазываем тесто сливочным маслом. Посыпаю все тесто присыпкой. Можно уже заворачивать тесто. У меня получилось чуть больше 12 булочек. Выкладываем булочки на противень и выпекаем при температуре 180 градусов примерно 25 минут. Ну и самое главное, делаем глазурь, потому что без нее, мне кажется, это не настоящие синнабоны. Для нее я использовала маскарпоне с сахарной пудрой. Сейчас прям в реальном времени попробую синнабон один. Вообще готовила сейчас по новому рецепту, поэтому даже не знаю, как он вышел. Посмотрите. Растаявший сахар. Боже мой, как это вкусно выглядит. И сахара не слишком много, не слишком мало. Уверена, вам понравится этот рецепт. Именно без дрожжей, на твороге. Вообще булочки шикарные. Такие воздушные, сладенькие, но супер калорийные, потому что здесь маскарпоне, 40% жира. Но я за вкусноту. Cheers! Хотела с вами немного поговорить на тему полезных привычек. Как бы это банально ни звучало, просто вот полезные привычки, хочешь соблюдай, хочешь нет. Но на самом деле нам, людям, очень сложно даже какую-то мелкую привычку соблюдать, то есть внедрять ее в вашу жизнь, потому что сразу находится 1001 причина, почему ее не делать, почему нет времени и нет желания. И я подумала о том, что если вы хотите, например, ну, чуточку изменить свою жизнь, хоть что-нибудь полезное делать, кроме как работать и спать, я собрала для вас в голове несколько пунктов, которые, возможно, вам помогут как-то немножечко изменить вашу жизнь. Первый пункт касательно организации ваших планов. Например, вы знаете, что у вас столько дел вообще, куча дел, вы ничего не успеваете, у вас нет времени. Конечно же, планируйте ваше время, но кто любит планировать, кто любит вот это вот просто писать где-то непонятно на каких-то листочках, бумажечках, это все теряется. И я поняла, что человеку будет проще всего соблюдать какие-то привычки или выполнять какие-то планы, если будет какая-то красивая тетрадка, либо блокнот. Поверьте, у вас мотивация сразу подскочит вот так вот на 100%. Вы будете думать о том, что вы купили красивый планер, либо блокнот. Например, вот такой, я покупала его на Wildberries. Посмотрите, какой он классный, красивенький. Вы не представляете, сколько мотивации появляется, когда у вас какой-то красивенький такой планер, блокнотик. Вы можете расписать себе все дела, мелкие всякие, на весь месяц. Понемножку, например, записывать себе какие-то там планы. У вас будет мотивация заходить сюда и отмечать, что вы сделали, а что нет, и смотреть на вот такие вот милые картинки. Покупайте обязательно блокнот, в котором будет вот такая вот страничка. Упс. Покупайте обязательно блокнот, в котором будет вот такая страничка с полезными привычками. Вот, например, здесь есть 1, 2, 3, 4, 5. 5 привычек. Например, записывайте: медитация каждый день 5 минут, йога 5 минут, чтение
10 минут, прогулка на улице 10 минут, что еще полезного можно придумать, и написать, например, 3 благодарности за весь день, за что вы благодарны. И посмотрите, какая красота, вы все будете это заполнять, и сами себе будете отчитываться. Поверьте, у вас будет мотивация соблюдать все эти привычки и красивенько отмечать каждый день, что вы сделали каждую привычку. Я уже сама жду заполнить этот блокнот, я его, видите, специально купила, и все жду, когда вот соберу себе полезные привычки, запишу все. Здесь вы еще можете записать, например, очень важные какие-то дела и отмечать также. Второй пункт будет касаться того, что у вас появляется мотивация также что-то делать, если вы кому-то об этом отчитываетесь и рассказываете. Например, вот я снимаю на видео, рассказываю, что я буду там что-то делать, и у меня появляется мотивация это делать, показать вам, как я продвигаюсь к этой цели, как я ее достигаю, к примеру. У меня появляется какая-то ответственность перед вами, перед зрителями, что вот я сказала, я сделала. Вот подумайте об этом. Если вы ведете какой-то блог, например, там, в Инстаграме или еще где-то, то обязательно рассказывайте об этом кому-то, что вот у вас в планах внедрить какие-то полезные привычки, и просто рассказывайте, как вы добиваетесь, как вы их соблюдаете. Третий пункт будет касаться того, чтобы вы уменьшили размер привычки. Что это значит? Например, привычка вставать в 6 утра, а вы привыкли вставать каждый день в 8, то, естественно, вам будет очень сложно вдруг вот так вот брать и вставать в 6 утра. Вставайте, например, в 7:50, потом в 7:40. И так постепенно вы сможете вставать в 6 утра, и для вас это не будет какой-то там проблемой или прям вот чем-то таким, что вот не хочется просыпаться даже. Хорошая привычка каждый день делать какую-то растяжку. Не нужно думать о том, что растяжка и там спорт, йога, это полчаса, 40 минут. Откуда вообще такое время? В жизни у меня не появится 40 минут, все. Спортом, йогой, зарядкой я точно заниматься не буду. Но вы же можете каждый день 5 минут хотя бы встать с кровати, проснуться утром, потянуться, пробудиться, разбудить ваше тело, сказать ему спасибо. Лучше всего делать разминку или йогу каждый день по 5 минут, чем вообще не делать или делать раз в неделю там 40 минут. И это уже изо всех сил, потому что вы думаете, ну я же должна, я пообещала себе, и вот нужно выполнить. Часто, когда у меня нету настроения, я включаю себе музыку, отключаюсь от всего мира, смотрю на себя в зеркало, танцую и улыбаюсь самой себе. Чувствую каждое движение, будто оно самое красивое и самое лучшее. Танцы для меня это некая медитация. Спасибо вам за просмотр и до скорой встречи.